Привет, моделисты и моделистки AK, город Цинциннати, штат Огайо. Топ Camera. Сегодня у нас на обзор в преддверии Memorial Day, день памяти, в основном о военных, кто потерял жизни. В Штатах отмечается последний понедельник в мае. Вот такой интересный юнит. GE, General Electric. ES-44AC. Звук, вернее, DCC и sound. Ну, ребят, у меня вопрос к вам, напишите, как для вас коробки, насколько важно? Одни из лучших коробок делают вот Scale Chains, они всегда не теряют цвет, даже лежат, какая-то краска очень хорошая, даже лежат на вот этих лампах дневного света, они дают в основном, ну, краска выгорает. Так, бумаги всегда четкие, так. Единственное, что вот это вот очень интересная система, нужно переключать, но, по-моему, для этого, для дополнительных световых эффектов надо разобрать пол локомотива. Давно я это делал, у меня есть один как раз на сборку. Видосик можно заснять. Так. Называют его здесь, так сказать, в простонародье ветеранский. Так, вот дополнительные детальки. 4 цилиндрика. Фокус у меня на камере прямо здесь, гораздо выше. Здесь не в фокусе, а здесь вот в этом районе в фокусе, чтобы мы смотрели деталировку четко. Покатушки я сделаю в другом видео. Так. Вот для меня упаковка, ну, за наши же деньги очень, так сказать, важна. Если упаковочка на троечку тяжелый, вот что Scale Chains, одни из самых тяжелых, без всяких доработок, локомотивы просто чума. Так, сейчас мы... Ага, здесь у них есть такие, осторожно, снимаются очень легко, такие фиксаторы. На колесах, по-моему, длинная сторона, да, длинная сторона идет сюда, к середине ближе. Так, сейчас я выну быстренько. Пинцетик найдем, как всегда. Я все, помните в видео, я говорю, что я убираю все. Ну ладно, ничего страшного. Это мы сейчас все дело... Где это был пинцетик? Я сразу инструмент с верстака в свою коробочку, Toolbox. И это надо делать очень аккуратно, потому что Scale Chains тоже делает отличные вот эти прокладочки, чтобы рельсины, вернее, ну, перила не прогибались. Но есть небольшая уже такая засада, я вижу, не до конца почему-то. Либо отливка, сейчас покажу. Либо отливка. Ну, ребят, можно фантазировать, что что-то случилось с ними. Вот здесь нормально. Этот ряд с этой стороны. Так. А здесь немножко... Исправляется очень легко. Вот видите, в этом районе чуть-чуть ее повело. Исправляется легко. Сюда вот поджимаете еще... Ну, бумагу можно сложить несколько слоев. И отжимается это все дело. Потом восстанавливается за несколько дней. Ну что, деталировка, смотрим на крышу. Потому что крыша, вот эти все антенны, я, честно, не видел такого. Это просто какой-то апофеоз. Я попал в цвет на камеру почти немножко. Да нет, он чуть-чуть... В зелену идет, но я думаю, когда я буду делать покатушки, там более цвет. Хотя нет, напальничники синие. Но, опять-таки, эти веб-камеры, они хотя высокий этот resolution, да, но очень сложно подобрать иногда цвет. Ну вот смотрите, просто чума. Здесь написано как раз Honoring our veterans. Вот здесь.
Интересно, как все фонари и прочее будут здесь. Какая-то есть цветовая, либо же в ветеран. Нет, по-моему, здесь какая-то цветовая гамма имеется в наличии на светодиодах, на этих. Ох, хорош. Так, сейчас посмотрим на передок. Тяжелый. Это всегда радует. Да, надо сделать видосик, чтобы разобраться точно. Хороший гудок. Разобраться с этими дополнительными фонарями. Если он DCC ready, да, то есть готов для DCC, и вы ставите обыкновенный декодер, не sound, там нужно вот эти переключатели включать. Здесь все see-through. Это не пластмасска, это отдельные все детали здесь. Просто чума. Вот эти сетки закрывающие. Супер деталировка, вот, к примеру, около этих гудков, да. С такой, типа, сеточки, да. Очень круто. Вот, ну что, теперь поближе тележки. Так, здесь у нас что немножко можно подправить. Он наш, я имею в виду из нашей этой инвентори. Вот передок. Так, интересно, как они реализовали в этот раз шланги. Окей, теперь шланги на тележке стоят, не торчат от... А впереди, да, грамотно сделано, как будто бы шланги идут, но они прерываются здесь. И такое впечатление, что ну, якобы они целиком. Но это гораздо лучше, чем раньше, потому что они постоянно цеплялись. Сделано, конечно, было не 100% из-за этого. Scale Chains, что, чем мне нравится, они постоянно модернизируют, чтобы улучшить все. Там принимают, наверное, комментарии. Уже не просто отписка какая-то, они действительно делают. Вот, интересный здесь флаг. Такие в сеточку наклейка изнутри. Но вы видите, ну, может быть, только 80% как-то так интенсивности, да? Изнутри, когда вы смотрите наружу, эти все видно. Здесь очень много делают на грузовиках, заднее стекло, ну, всякие фанаты, тоже такие флаги, ну, и разные другие причиндалы. Ну, картинки разные делают. Ну, обалдеть. Так, fuel tank, сейчас поближе. Здесь все вот эти трубопроводы. Обалдеть. Не, ну сделано Scale Chains, конечно, круто. И здесь все у нас, что там, компании, ну кто там, спонсоры. Участники в этом отмечании этого дня памяти. Если чуть-чуть прибавить зеленого сюда, тогда буквально, так сказать, 3% зеленого. Я просто любитель, ну это моя работа, чтобы у меня цвет попадал и прочее. Я из-за этого некоторым людям не очень все равно. Но есть такие, что просто Scale Chains, одна из компаний, которая бьет цвет очень четко. Ну вот, ребят и девчат, спасибо за внимание. А модель обалденная, покатушки буквально
Я постараюсь вечерком изобразить. Спасибо за поддержку канала и всего наилучшего.